я вот снималась в кино, да, моя мечта исполнилась. Причем очень хорошие просмотры, и в Аэрофлоте сейчас во время перелета показывают этот фильм, ну прям такой, прям топчик-топчик. Мы на втором месте после Чебурашки по кассовым сборам в этом году. Круто! Да! Круто! Ты с этого что-то заработала? Ты что-то имела с этого какой-то процент? Я должна заработать порядка, мне кажется, 14% я должна заработать от кассовых сборов.